В нашей стране очень много интересных природных объектов. Один из них – Калсновский дендрарий. В этом охраняемом природном парке самая большая в Латвии коллекция декоративных кустарников и деревьев. И не только. В Калснове даже лианы приспособились к латвийскому климату. Что такое дендрарий? Правильный ответ – это сад или парк, в котором выращиваются различные виды деревьев и кустарников в научных, культурно-просветительских, эстетических и иных целях. Миссия работников Калсновского дендрария заключается в том, чтобы знакомить взрослых и детей с разнообразием деревьев и кустов, растущих в нашей стране. Дендрарий в Калснове – лучшее место для осуществления этой цели, ведь его коллекция включает в себя 50 тысяч растений, представителей почти 5 тысяч разных видов флоры. Самый главный целевой посетитель для дендрария – это ребенок. Наша задача – сделать так, чтобы ребенок увидел и полюбил деревья, даже разные и непривычные на вид, с большими листьями, как у американской липы или канадского дуба. Мы хотим, чтобы ребенок сумел увидеть, почувствовать нюансы природы, чистый воздух, запах разных цветов и деревьев. Ведь даже у каждой породы ели есть свой особенный запах. Чтобы дети слышали звуки леса и краски природы. Вот наша цель. Один из символов Калсновского дендрария – птица. Только с высоты птичьего полета можно оценить размеры природного парка. Имея быстрые крылья птицы, можно облететь его за день. И только находясь так же близко к природе, как птица, можно прочувствовать прелесть нашей зеленой матери и ту высокую степень ответственности, которая наложена на нас, ее детей. Посетители дендрария – это главным образом семьи и коллективы. Детки с самого рождения, которых с собой привозят родители. Детки с 4 лет, которые уже на своих ножках гуляют по дендрарию и познают природу. Большое число также составляют школьники. И кроме того, садоводы, которые у нас могут еще и приобрести растения для своего сада. Мы очень рады, что наш дендрарий пользуется популярностью и стараемся каждый раз удивить своих посетителей. Приглашаем и вас посетить Калсновский дендрарий с его красивой коллекцией.